Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net, страница 18, упражнение номер 2. Когда Оля прочитала 40 страниц книги, ей осталось прочитать на 5 страниц меньше, чем она прочитала. Сколько всего страниц в книге? Из условия задачи нам известно, что прочитала Оля 40 страниц книги, осталось прочитать на 5 страниц меньше. Неизвестно сколько, но известно, что на 5 страниц меньше. Нужно узнать, сколько всего страниц в книге. Мы не можем сразу узнать, сколько всего страниц в книге, потому что мы не знаем, сколько страниц Оле осталось прочитать. Но про них сказано, что осталось ей прочитать на 5 страниц меньше. Чтобы узнать, сколько это, нужно из 40 вычесть 5. 40 – это 30 и 10. 10 минус 5 равно 5. 35. 35 страниц осталось прочитать Оле. Итак, прочитала Оля 40 страниц, осталось прочитать 35 страниц. Чтобы узнать, сколько всего страниц в книге, нужно к 40 прибавить 35. 40 плюс 30 равно 70, плюс 5 – 75. 75 страниц всего в книге. Мы дали ответ на вопрос задачи, можем записать ответ. 2.75 страниц. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.